Добрый день. Мы рады приветствовать делегатов 22-го Международного конгресса о пиславии здесь, в самом сердце России, в государственном кремлевском дворце. Именно это место сегодня подчеркивает высокий статусный уровень и значимость Конгресса о пиславии. Сегодня здесь собрались делегации из 30 стран мира, пчеловоды из всех регионов России. Представители научного сообщества многочисленные российские и зарубежные средства массовой информации, послы и другие представители дипломатического корпуса стран-участниц Опиславии. Позвольте мне представить участников торжественного открытия 22-го международного конгресса опиславии. Президент Российского союза пчеловодов Ольга Кузьминична Чупахина. Президент Федерации Европейских Пчеловодческих Организаций Опиславия Людовик Гал. Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Андреевич Зюганов. Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академик Российской Академии Наук Владимир Иванович Кашин. Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Вячеславович Лебедев. И доктор сельскохозяйственных наук, заместитель директора Федерального аграрного научного центра имени Рудницкого Анна Зиновьевна Брандот. Уважаемые друзья! В адрес Конгресса поступило приветственное послание от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Позвольте мне зачитать его. Дорогие друзья, приветствую вас в государственном Кремлевском дворце по случаю открытия 22-го международного конгресса Опиславия. На протяжении многих лет ваш форум объединяет на своих площадках представителей пчеловодческих организаций из разных стран и по праву считается крупным событием в жизни профессионального сообщества. В России пчеловодство имеет глубокие исторические корни, является важной отраслью сельского хозяйства, малого бизнеса. Оно обеспечивает получение ценных продуктов питания, лекарственных средств и сырья, способствует развитию растеневодства и животноводства. И, конечно, пчеловодство – это подспорье и полезный вид досуга для десятков тысяч людей. Труд пчеловодов достоин самого искреннего уважения, ведь он требует специальных знаний, времени, огромного терпения. Уверен, что 22-й Международный конгресс Опиславия послужит обмену лучшим опытом и практиками, установлению деловых контактов и личных связей будет содействовать укреплению авторитета России в мире как государства, уделяющего приоритетное внимание развитию традиционных промыслов, вопросам экологии и внедрения передовых технологий ВПК. Желаю вам успешной и плодотворной работы. Владимир Путин. Для официального открытия 22-го Международного конгресса Опиславия Слово предоставляется президенту Российского союза пчеловодов Ольге Кузьминичне Чупахиной. Здравствуйте, уважаемые участники конгресса. Я рада приветствовать вас сегодня, всех собравшихся на этой э, такой знаковой площадке России. Это Кремлевский дворец съездов. Это знаковое событие не только для пчеловодов, но и для всех россиян. Потому что Конгресс Опиславия не проводился в России 20 лет. Нашему союзу, союзу пчеловодства и пчеловодных организаций страны, доверена большая честь провести это мероприятие. Мы с радостью будем принимать пчеловодческие организации со всего мира. На нашей Гостеприимной русской земле. Опеславия это Международная федерация европейских пчеловодных организаций, которая была основана в 1910 году. Конгресс Апиславии это большое мероприятие. Оно направлено на объединение пчеловодных организаций и простых пчеловодов всего мира. Это сделано для того, чтобы простые пчеловоды могли обменяться опытом и решить наиболее важные проблемы, которые имеются в настоящий момент в пчеловодстве. Я хочу выразить огромную благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за возможность проведения нашего конгресса на столь высоком статусном уровне и за всестороннюю поддержку, которую нам оказывала администрация президента на всем протяжении подготовки 22-го международного конгресса о Пиславии. Стоя на этой трибуне, я хочу выразить особую благодарность и глубокую признательность руководителю государственного масштаба, пчеловоду в нескольких поколениях, Геннадию Андреевичу Зюганову за поддержку. за поддержку пчеловода в России на протяжении уже многих лет. Спасибо вам большое, Геннадий Андреевич, за то, что всегда находите время принять, послушать, порекомендовать и помочь. Спасибо вам за вашу помощь, благодаря которой наше мероприятие проходит на столь высоком уровне. Низкий поклон вам, Геннадий Андреевич, от всех пчеловодов России. Мне хотелось бы высказать слова благодарности Государственной Думе, председателю Комитета по аграрным вопросам Владимиру Ивановичу Кашину, который как политик и как ученый понимает проблемы пчеловодства и помогает в их решении. Разрешите выразить благодарность Совету Федерации, Министерству сельского хозяйства и лично Дмитрию Николаевичу Патрушеву за поддержку в проведении этого мероприятия. Товарищи, 22-й Международный конгресс о Пеславии объявляю открытым. По русской традиции... Дорогих гостей у нас всегда встречают хлебом и солью. Позвольте мне от лица гостеприимного русского народа вручить наш хлеб-соль организации Опиславии Людовику Галу. Дорогие друзья, сегодня Конгресс Опиславия является одной из крупнейших мировых площадок для обсуждения проблем отрасли. И не может не радовать тот факт, что, начиная как Союз славянских пчеловодов, Опиславия уже давно вышла из-за пределы интересов только сугубо нескольких европейских стран. В Опиславию входят страны и другие тоже. Слово предоставляется президенту Федерации европейских пчеловодческих организаций Опиславия Людовиту Галлу. Zaragoje, čelovody, čelovodky. Pozvolte mne pozdarovať sa s vami od imeni vedenia Apyslávie. Dobro požalovať na 22. Kongrese Međunarodnoj organizácii pčelovodstva, história Katarovo načalas v 1912. gadu. Dávajte môliť sa o tom, što by náš 22. kongres stal adným z tých, ktoré budú zapísaní v histórii ka kongres, ktorý pomôk pčelovodám rešiť problémy sviazanie s geopolitickými, ekonomickými, i problémy, problémami izmenenia klimáta. Pozvolte mne pak blagodariť rukovodstvu Rosyjskou federácii za značiteľnú pomož v, pred, v predostavlení tých pomestenej. I dať vám všetky novie znania i impulzy dla vašej raboty a takže priniatie prebývania na kongrese. Спасибо вам за внимание. Слово российскому политику, чье имя известно не только в нашей стране, но и далеко за пределами Российской Федерации, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадию Андреевичу Зюганову. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, Мои коллеги пчеловоды, хочу не только, чтобы вы прочувствовали торжественность этого момента, но и исключительную важность и ответственность. Мы семьей, род Зюгановых, занимается пчеловодством 350 лет. Я даже выпустил специальную книгу на пасеке у Зюгановых, где описал весь опыт, который мы приобрели потому что считаем, что это одно из важнейших, интереснейших занятий, но одновременно и стало самой большой проблемой планеты. Я, открывая первую страницу, записал, что природа и Всевышний сделали три самых гениальных открытия, самых гениальных изобретения. Это женщины, цветы и пчела. Женщина подарила каждому из нас жизнь, вынесла под сердцем все человечество. Святые дают плоды, которые прорастают новыми растениями. А пчела – главный эколог планеты и кормит практически все человечество. Каждый раз, когда вы садитесь за стол покушать, вы должны понимать, что 80% всего, что у вас на столе – это работа пчелы. Без нее планета давно бы или погибла, или голодала. Сегодня на планете уже исчезла почти половину пчел. Они пережили все потрясения, но последние для нее оказались смертельно опасными. У нас в лучшее время было 10 миллионов пчел и семей, сегодня осталось меньше трех. Представьте себе вот эту уникальную козявку, насекомое, организм в маленькой пчеле, 6 фабрик, Ничего похожего больше на планете нет. Фабрика по производству меда. 100 стран мира исследовали 100 продуктов. Во всех странах мед занял первое место как идеальный продукт. У каждого из вас мозг питается только сладким, глюкозой. Мед для этого является лучшим продуктом. Страны и народы, которые потребляют хорошо мед, как правило, отличаются хорошей смекалкой. В пчеле есть уникальная фабрика по производству маточного молока. Маточное молоко – лучший биостимулятор. Японцы давно это поняли. И в детском саду дают дрожжи с маточным молоком. Сегодня Япония входит в пятерку стран-долгожителей. Пчела вырабатывает яд, но не тот, который вас отравляет, а тот, который лечит. Хотя сама является камикадзе, защищая свою семью, жаль она гибнет но одновременно она дает тот яд, который активно используется в медицине. Фабрика по производству прополиса – один из лучших антисептиков, который позволяет сам же мед хранить многие годы, он практически как продукт не портится. Фабрика по производству перги – это пчелиный хлеб, там все незаменимые аминокислоты. И фабрика по производству воска вы не изготовите хорошую парфюмерию мирового класса без воска. И все это одна маленькая пчела, которая является великим созданием природы. И сегодня она просит от нас поддержки и защиты. Я хочу сказать вам, что человечество, когда впервые прорвалось в космос, оно вдруг почувствовало свою силу и возможность справиться с многими проблемами. Когда Алексей Леонов, потом Светлана Савицкая, наши легендарные космонавты, Светлана Савицкая вообще, единственная на планете женщина, дворный герой Советского Союза, вышли в открытый, в открытый космос и показали, что можно создавать уникальные станции и производить новые продукты. Тогда вдруг у человечества появилась надежда справиться с проблемами. 50 с лишним лет назад в Вашингтоне собрали самых именитых, талантливых, обсуждали и подготовили программу, как к 2000 году справиться с бедностью, болезнями, решить все проблемы, даже наметили дату фейерверка по уничтожению атомного оружия. А когда ООН пришла к этому рубежу, вдруг проследились, оказалось, бедность охватила целые государства, болезни появились такие, которые не поддаются даже антибиотикам. А что касается опасностей, бедность, болезни и третья, загубленная природа, экология, сердцевиной которой является пчела. Тогда наметили новые меры. Терроризм был в 2000 году на девятом месте. Он ворвался в первую пятерку и сегодня является вместе основной угрозой. На мой взгляд, вот наш этот уникальный конгресс и форум сумеет не только рассмотреть проблемы и сегодня отметить это событие, но и на ближайших научных встречах обсуждения проблем мы предложим вам варианты их решения. Мы провели в Думе целый ряд слушаний. У нас более 20 регионов уже приняли законы. Слово сказать, когда говорят, что это не очень важно, если вы поднимете историю древнего Египта, то наиболее уважительное отношение к фараону высказывать фразе «великий повелитель пчел». Если вы поднимете историю Древнего Рима, самое лучшее пожелание было «да укусит тебя пчела». Если вы посмотрите на историю Наполеона, он сказал «снимите с моей мантии лилию, нашейте мне золотых пчел, ибо пчела олицетворяет» плодородия и великое трудолюбие. Если вы откроете Ярослава Мудрого и его знаменитые законы, там есть специальный раздел о защите пчел. Екатерина II вообще приняла указ, по которому отменили под эти налоги со всех без исключения пчеловодов. Ленин в 19 году, там на стенде есть его документ. Гражданская война разгар разгар, выпускает специальный декрет о поддержке пчеловодов и защите их, ибо без них невозможно было возрождать и накормить страну. А советская страна в 1944 году, еще война не закончилась, уже создала специальные организации, которые помогали пчеловодам и мед собирать, и помогали их обеспечить всем необходимым. Мы подготовили большую программу для вас. Мы все сделаем, чтобы этот конгресс прошел на самом высоком уровне. Я уверен, что вот пчеловодство, природа, забота о здоровье людей, о талантливых людях. А пчеловоды, на мой взгляд, это самые добросовестные и талантливые. Кто остался без работы и завел пасеку, по крайней мере, будет сыт и поможет своим выживать и достойно жить. Пожелаем нашему конгрессу успехов. Я хочу поздравить всех и поприветствовать гостей, и поблагодарить всех организаторов этого уникального конгресса, без которого у планеты, человечества и природы не будет надежной защиты. Удачи и успехов всем! слово для приветствия председателю Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимиру Ивановичу Кашину. Уважаемые товарищи, дорогие гости, праздник сегодня, конечно, у всех аграриев. Но в первую очередь мы отдаем дань уважения подвижникам, кто занимается непосредственно пчеловодством в мире и в нашей любимой России отрасль не утратила себя, и об этом свидетельствует сегодняшний Конгресс именно благодаря вам. И я хочу пожелать вам и счастья, и удачи. И давайте мы поаплодируем сами себе хорошими аплодисментами. Государственной думы, наш комитет вместе с Министерством сельского хозяйства отлично понимает, что для возрождения того достигнутого, что у нас было, а у нас было 50 тысяч колхозов и совхозов, и в каждом была уникальная пасека и пасечник. И, естественно, рядом было то большое личное подсобное хозяйство, где также решались вопросы продовольственной безопасности, где также производился этот уникальный продукт. Сегодня мы в 20 раз сократили свои возможности на этом направлении. Но у нас есть все основания, чтобы активно заняться возрождением утраченного и пойти дальше. Именно сегодня самая обостренная на планете тема накормить людей. Здесь правильно говорили и руководители союзов, и европейского, и российского о том, что необходимо делать в развитии нашей отрасли, и безусловно значение это этой отрасли в целом да, в продовольственной безопасности оно велико, и мы все будем делать для того, чтобы вопросы государственной поддержки, вопросы страхования, вопросы обустройства сельских территорий, выделение соответствующих угодий чтобы это было непосредственно под контролем государства и с оказанием всесторонней помощи по всей вертикали и исполнительной, и представительных органов власти. Закон здесь уже, Геннадий Андреевич говорил, практически сегодня на выходе, который будет решать самый сложный вопрос. У нас большие достижения у наших селекционеров и у селекционеров мира с тем, чтобы Увеличить период взятка меда, начинать не с 16,5, а с 14,5 градусов тепла, растянуть этот период, получить качественную продукцию. У нас ее есть для того, чтобы действительно самое трудноопыляемое растение, наша пчела, выведенная пчела, нашими генетиками-селекционерами решала и эту сложную задачу. В целом, еще раз хочу поздравить участников Конгресса впереди три дня, где вы обменяетесь, все мы поделимся и достижениями, и наметим планы. Удачи, работу Конгресса. Всем вам, дорогие друзья, здоровья, счастья и мира. Спасибо. Пчела – это важное звено, это равноправный труженик на полях сельхозугодий. И она требует к себе должного внимания и заботы со стороны профильных ведомств. Для оглашения приветствия от правительства Российской Федерации слово предоставляется заместителю министра сельского хозяйства Ивану Вячеславовичу Лебедеву. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, организаторы и гости, Конгресс Апиславии начинает свою работу в главном концентром зале страны, что подчеркивает особое отношение правительства Российской Федерации к пчеловодам России. Приветственные слова высказаны заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Васильевичем Гордеевым и министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Патрушевым. Позвольте мне их зачитать. Приветствую вас на 22-м международном конгрессе пчеловодческих организаций «Опиславия». Пчеловодство – неотъемлемая часть агропромышленного комплекса нашей страны, обеспечивающее получи... получение ценных продуктов питания, лекарственных средств и сырья для ряда отраслей промышленности. Благодаря опылению пчелами значительно повышается урожайность сельскохозяйственных культур, поддерживается экологический баланс на планете. Мед стал национальным брендом России. Он востребован как на внутреннем, так и на зарубежных рынках и является значимой экспортной единицей. Сегодня Россия входит в пятерку лидеров по производству меда и продукции пчеловодства, но потенциал отрасли еще велик. Уверен, что Международный конгресс Опиславия 2018, собравший в Москве пчеловодные организации и частных пчеловодов разных стран, станет компетентной площадкой для обсуждения вопросов рационального развития отрасли, эффективного взаимодействия на российском и международном рынке меда, расширения и укрепления профессиональных связей. Пчеловодство всегда считалось делом особенным, требующим от человека трудолюбия, высокой культуры и глубоких научных знаний. Освоить тяжелый и долгий процесс медового сбора могут только терпеливные и нерадодушные к труду пчел люди. Желаю всем участникам Конгресса Опиславия продуктивной работы, новых достижений на благо развития отечественного пчеловодства. Спасибо. Дорогие друзья, в адрес нашего Конгресса поступило приветствие от мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Разрешите мне зачитать это послание. Приветствую вас на 22-м Конгрессе о Пеславии. Впервые в нашем веке российская столица принимает крупнейший форум Федерации Европейских пчеловодческих организаций, история которой насчитывает более 100 лет. Это отличная площадка для обмена опытом и достижениями, обсуждениями актуальных вопросов развития отрасли, имеющей огромное значение для поддержания экологического баланса и обеспечения продовольствием миллиарда людей на планете. По доброй традиции Москва уделяет большое внимание популяризации пчеловодства. В городе постоянно проходят ярмарки меда, вызывающие большой интерес москвичей. Желаю вам, дорогие друзья, успешной работы Конгресса, плодотворных деловых контактов и ярких впечатлений от пребывания в гостеприимной Москве. Сергей Собянин. Уважаемые друзья, завтра и послезавтра Конгресс продолжит свою работу на площадке в Сокольниках. Там будут обсуждаться основные проблемы пчеловодства. А мы уступаем сцену артистам, которые в честь нашего праздника подготовили хороший концерт. Спасибо за внимание.